Биосферный резерват Западное Полесье был создан в 2011 году на базе особо охраняемых природных территорий Прибужское Полесье, Западное Полесье и Шацкий. Главная цель своеобразного узла экологических сетей – сохранение целостности природного комплекса, его уникальной флоры и фауны. Сегодня конструктивный диалог и обсуждение проблемных вопросов – необходимые условия для реализации этого проекта. Мы хотим обсудить планы управления, создать рабочие группы по дальнейшей работе, ну и, соответственно, наметить план работы на ближайший год. Мы решили, что каждый год совет будет собираться в одной из стран по очереди и будем обсуждать, как выполняются наши планы и намечать планы на будущее. Мы ожидаем, что эти территории получат новый толчок в своем развитии, будут служить теми модельными территориями, которые будут территориями преимущества, так называемые теперь. И эта территория будет демонстрировать, как должны жить в дружбе социум и природа. Полесье – уникальный регион Земли, представляющий интерес для соседних стран. Разнообразие флоры и фауны, мягкий, умеренный климат, этнокультурная самобытность проживающих в регионе коренных жителей и, главное, сохранение различных видов экологических систем. Ценность данного объекта колоссальна, поэтому сбережение природных экосистем региона – первостепенная задача, которая стоит перед правительствами трех стран. Сложно отделить белорусскую часть от польской части, украинской части, потому что все-таки это Полесье, это одна территория, возможно, она разделена какими-то политическими границами, но для природы, для местного населения это все-таки одна и та же территория, и мы не могли представить себе часть трехстороннего резервата без белорусской части. В ходе заседания Игорь Кочановский вручил Николаю Лукашуку свидетельство ЮНЕСКО о включении Западного Полесья во всемирную сеть биосферных резерватов, что позволит более успешно привлекать инвестиции и развивать туризм на этой территории. Грамотный подход в реализации управления экологическим объектом дает надежду на то, что девиз трехстороннего трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье – три страны, одно Полесье» будет основополагающим принципом сотрудничества трех стран.